будем устанавливать отвес. Также положим линеечку, чтобы она у нас сильно не загибалась. Вот это у нас лента клейкая. Наклеиваем под краю ткани эту ленту. На самый край. Да, на самый край аккуратненько вот так вот. Наклеиваем. Обрезали. Это не скотч, можно ножницами. Ничего страшного не будет. Так, дальше. Подгибаем немножко ее, чтобы ткань привыкла. Чтобы вам удобнее было планочку заводить. Можно, конечно, и сразу, но я делаю так. Потом будет удобнее. Ничего мешать не будет. На второй раз. На два раза подворачиваем ткань. Да, подворачиваем на два раза. Так, подвернули. Да, у нас более-менее форму приняла. Теперь заводим саму планку. Так, планочка вот здесь сбоку. Видите, вот тут вот большая выемка такая. Вот как раз по ней мы и заводим. Вот чтобы ткань вот попала сюда. Вот. Так, и вот так вот. Вот мы сейчас загнули, она очень легко входит. Нету. Было бы посложнее. Так, завели. Теперь устанавливаем боковые заглушки, чтобы вот не видно было вот этих. И со второго края соответственно. Чтобы было красиво. Здесь у нас готово.